Здравствуйте, меня зовут Евгений Бурленков, я историк-краевед, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Лет 15 занимаюсь историей нашего города. И вот к сегодняшнему дню, к сегодняшнему мероприятию я подготовил такую небольшую лекцию, небольшое выступление, посвященное о том, как вообще наша река использовалась в ходе 18-19 века на территории нашего города. Не только сама река и сеть, да, а ее притоки. И это как бы докажет один такой очень важный основной тезис, что река для нашего города была такой рабочей лошадкой, и без реки нашего города бы точно бы не существовало. Если отталкиваться от самой-самой ранней истории, даже от предыстории города Екатеринбурга, 1702 год, когда сюда приехал Андрей Андреевич Венюс для того, чтобы создать целую систему заводов. Вот. И он был на верховье реки Сети. Вот. И понятно, что он приехал не один. И та группа людей, которая участвовала в основании непосредственно заводов, они выбрали несколько потенциальных мест для того, чтобы устроить заводы. И это были места на реке Сети, а также на его притоке, на реке Оке. Вот. И выбрано было непосредственно место при впадении реки Уктус в реку Сеть, как место потенциально очень хорошее для создания завода. Почему не на реке Сети? Побоялись, что Сеть она более полноводная, то, что она может снести плотину, и в итоге так получится, что риск очень высокий был. И в итоге заложили плотину на реке Уктус. Она была небольшой. И вот как раз мы видим вот картинку, такую основную, которая написана «Уктусский завод». Это вот, видимо, 1730-е годы. Видим Уктусский пруд, видим плотину, видим небольшую заводскую крепость и много-много дворов, окружающую непосредственно Уктусский завод. Вот как раз здесь уже на 1730-х годах мы видим такую классическую уральскую матрицу создания производственных мощностей на реке. Практически без исключения в 18-19 веке эта уральская матрица повторялась из раза в раз для того, чтобы получился тот или иной завод. Да, то есть такие градостроительные, заводостроительные системы, они обустраивались в верховьях всех уральских рек. Куда бы мы с вами ни поехали, в сторону Нижнего Тагила, Невьянска, везде наши вот эти поселения, возникшие в начале 18-го, в середине 18 века, они возникали на верховьях рек. И в основе этой структуры поселения возникал такой некий крест, возникающий из оси плотины и оси реки. Вот. Самая такая основа уральского ландшафта – это, конечно же, заводской пруд, да, который стоит выше производства. Пруд, который накапливал воду, которая будет использована в подаче этой воды на различные заводские механизмы, они будут работать. Вот. И у нас сложилось такое особое мнение, что в Екатеринбурге был всего лишь один пруд, но вот в ходе нашего небольшого такого материала я расскажу о том, насколько больше их было. Вот. И мы поговорим не только о реке Сети, но и о притоках. Вот Уктус, откуда все исходит, это заводской пруд 1702 года, 1704 года. И вот мы как раз здесь вот на такой карте. Это карта конца 1780-х годов, а уже 18 века. Екатеринбург к северу от этой территории находится, мы видим как раз вот в центре Уктусский пруд, вот эта самая плотина. Просуществовала она вплоть до 1850-х годов, после вот в эти годы Уктусская золотопромывальная фабрика, наследник Уктусского железоделательного завода, перестала работать и в итоге была разобрана, и Уктусский пруд спущен. И сейчас на этом месте мы ничего особого не видим, просто огромное количество зарослей. Никакого парка там нету. А вот именно отсюда, по сути, стартовала история города Екатеринбурга. Мы вот здесь, вот на этой картинке,
1780-х годов видим такие два красных квадратика. На одном я отметил плотину Уктузского пруда, а на другом еще одного пруда, который был выше по реке Уктуз. Кстати, да, река Уктуз в современности называется река Потушиха, но во всех документах 18 века он остался Уктуз. Так всегда случалось, когда основывается один из заводов, то всегда вверх по течению реки создается еще одна специальная плотина. Для чего она создается? Ну, во-первых, естественно, воды Уктузского пруда не хватало для работы. То есть тогда уже была совершенно очевидная ошибка Андрея Андреевича Винюса, который побоялся поставить завод на большой реке, поблизости на реке Исети, и вот всего лишь это сделал на притоке. Естественно, нужен был дополнительный водный резервуар, и для этого была использована еще одна плотина, построена уже в 1720-е годы, так называемый Верхний Уктузский завод, Верхнеуктузская плотина, Верхнеуктузский пруд, и при котором был в конце концов обустроен завод, который назывался Верхнеуктузский, а потом был переименован в честь дочери Елизаветы, в честь дочери Петра I Елизаветы. И получился у нас с вами Елизаветинский завод, который просуществовал очень недолгое время. Потом эту плотину использовали огромное количество разных производств. Там была и мукомольная мельница, и лесопильная мельница. В конце концов, там обосновался в начале 20 века завод Гера. В советское время уже лифтостроительный завод. Да, и до сих пор, кстати, вот Елизаветинский завод, Елизаветинская плотина, Елизаветинский пруд, они остаются вот с того момента, как он обосновался в 1720-е годы. Вот. Вот на реке Уктуз, на реке Потрушиха, это самые первые два пруда, которые у нас с вами сохранились с того самого времени. Вот непосредственно Елизаветинский завод, вот его схема. С правой стороны мы видим пруд, с левой стороны уже непосредственно сам завод, который располагался в одной части так называемого водного ларя. То есть одного, это был небольшой перерабатывающий заводик. Вот. Ну и просуществовал он, конечно, небольшое количество времени. Ну и вот план нашего города Екатеринбург уже. В данном случае это такое крупное металлургическое предприятие, возникшее в 1723 году. Придумал о том, что здесь у вас встанет крупный металлургический завод Василий Никитич Татищев, а генерал Дугинин подтвердил его замыслы. И в 1723 году реализовал этот план не только на бумаге, а уже непосредственно в реальности. И вот мы видим план 1726 года, на котором опять видим ту же самую крестовую схему непосредственно плотины и оси реки заводского пруда. Ну вот здесь на этом плане мы видим, что завод, например, ну, как минимум в два раза больше, чем Елизаветинский. Ну и в принципе он превосходил все остальные по мощности. Ну, этому помогала на самом деле более крупная река и сеть в этой части, да. Но уже к тому времени было совершенно понятно, не буквально после первых лет существования Екатеринбургского завода, что и воды Екатеринбургского пруда, и сетской воды не хватает для существования этого самого завода. Вот, вот фотография уже 19 века. А вот, например, гравюра тоже где-то середины 19 века, примерно 1860-х годы. Важно понимать, что вот эта самая площадка вплоть до 1917 года, она использовала так или иначе водную энергию с помощью водяных колес, и вот только с 1860-х годов энергию водяных турбин, которые там были монтированы, такие железные трубы, вот, и водная энергия реки Исети, она на самом деле позволила существовать таким предприятием, как Екатеринбургский железоделательный завод, чугуноплавильный завод, Екатеринбургский монетный двор 150 лет на протяжении этого самого периода он с помощью реки Исети производил огромное количество медной монеты в Российской империи. Екатеринбургская гранильная императорская фабрика, да, тоже порядочное количество лет нуждалась в подаче воды на водяные колеса. Екатеринбургская механическая фабрика, которая изготавливала
различные паровые двигатели для пароходов, которые изготавливались на Каме, на Тюмени. Соответственно, екатеринбургские, главные пермские железнодорожные мастерские здесь же располагались. Вот это все время требовало водной энергии. И, в принципе, понятно, что вот каскада, нужен был каскад из прудов, и екатеринбургского самого пруда, в принципе, не хватало. И вот на следующей карте мы видим еще один пруд, который возник на 3 года позже, чем екатеринбургский. И возник он по одной простой причине. Нужен еще был дополнительный резерв воды. Вот. Но после того, как плотину поставили, не быть же плотине одинокой, и поэтому рядом здесь разместили непосредственно Верхесецкий. Сначала железоделательный, а в 30-е годы сюда передвинули чугуноплавильное производство. А чуть позже он перешел из казны в частные руки. Сначала граф Воронцов, а потом Саве Яковлева. И на протяжении большей части своей истории Верхесецкий завод был частным. Только в советское время он был национализирован. И тут важно отметить, что Верхесецкий завод был достаточно мощным, большим производством. И часть вот этих производственных цехов сохранились до сих пор. И также Верхесецкий пруд использовался в середине 19 века. Там было... Транспорт по нему ходил, то есть были какие-то пароходы. В советское время эта история продолжалась. Вот, в принципе, сейчас таким наследником является яхт-клуб в районе Верхесецкого завода. И там продолжаются какие-то перемещения, но уже такого, ну, совершенно другого характера, связанные с отдыхом. А так, конечно, Верхесецкий пруд, он был такой транспортной артерией, которая связывала и железные рудники, а также Брошенский рудник, где добывали известняк и ряд других материалов для железной промышленности. Вот фотография Верхесецкого завода с глади Верхесецкого пруда, Верхесецкого завода управления в правой части, и непосредственно здесь самого завода не видно, только его верхушек, это как он немножко утоплен от глади Верхесецкого пруда. Вот еще одна очень классная карта, на которой мы как раз вот здесь видим почти всю систему прудов. Но карта очень такая интересная, потому что она немножко обрезанная, потому что здесь показана территория екатеринбургских заводов, его лесной дачи. Вот та Верхесецкая слева, она частная, она поэтому вырезана из нее. И здесь не видно как раз. И картинка начинается с того, что здесь показан екатеринбургский завод, и чуть ниже мы видим приток реки и сеть Уктуз. И вот здесь мы видим две водяные глади, два пруда Уктузского и Верхнего Уктузского, то есть Елизаветинского завода. А тут ниже еще одна плотина, которая образовалась в самом конце 18 века. И называлась она... Изначально хотели сделать здесь филиал Екатеринбургского монетного двора, но все мощности сгорели, и в начале 19 века здесь запустили Нижнесецкий стальной завод. И появился еще один большой пруд на реке Есени. Итого таких к началу 19 века было 3 мощных пруда на Есени и 2 на реке Уктуз. Нижнесецкий, Верхесецкий и Екатеринбургские пруды, они остаются до сих пор на том самом месте, где они возникли. Плотины действуют. Понятно, что они были реконструкции. Но можно сказать, что в основном очертания береговой линии, они остались примерно на том же самом месте. Вот. Понятно, что вода в Верхесецком пруду, она могла прибавляться, потому что она была задействована для нужд Свердловского водопровода в 20-е годы. И туда перебрасывалась вода из Чусовой. И там вообще очень большая система каналов сделана. Ну, в любом случае, вот эти пруды являются такими отправной точкой истории нашего города. Да, и без них бы Екатеринбург был бы совершенно не таким, каким он есть. Если говорить о продолжении, да, истории Нижнесецкого завода в современности, то там расположен Химмаш, получается. И без них история Нижнесецкого завода не было бы современным Химмаш, конечно же. Если говорить, вот фотография как раз плотины Нижнесецкого завода,
Все плотины были реконструированы, понятно, что они требовались постоянного внимания, требовалось постоянное внимание к ним, и раз в 20-30 лет обязательно реконструкция. Ну а в советское время, в 60-е годы, с помощью бетона эти плотины были укреплены. Вот. Если смотреть на эту фотографию, она где-то в конце 19 века, мы видим, прежде всего, гладь Нижнесецкого пруда, непосредственно плотину по центру и с правой стороны заводские цеха. Ну, такой совершенно очевидный пейзаж заводской, екатеринбургский, уральский и так далее. Пару слов хочется сказать, да не пару даже, чуть побольше, что на протяжении реки Сети, вот помимо вот этих мощных-мощных прудов, были еще маленькие, которые возникли при частных мельницы. То есть это не заводы какие-то, а небольшие мельницы мукомольные. И вот здесь мы видим по центру мукомольный мельницы пруд, он так называется. План 1805 года примерно. И вот мы видим плотину. Где он находился? Ну, давайте себе представим. Вот там, где вот находится вот эта перемычка плотины, то это Александровский проспект, современная улица Декабрист, в районе Царского моста, чуть пониже по течению. И вот от него видно, что такая сеть выше, она такой, образует небольшой пруд. Ну, я бы даже не сказал, что это пруд, но какое-то все равно запруживание происходило. И понятно, что уже к середине 19 века этой плотины уже не было. Вот. А так она просуществовала приличное количество времени. Ну, с 1700, наверное, с середины 18 века, ну, лет 80, наверное. Ну, примерно так получается. Вот. На фотографиях уже эта часть реки Есети уже не присутствует. То есть в 1880-х мы годах не видим. А так пруд был, да. Это пруд, да, такое имел название четкое. То есть она имела несколько владельцев. Это плотина, этот заводик, это мукомольная мельница. Но в историю она вошла как Грязновская мельница в честь одного из первых владельцев, купца Грязнова. Вот. Ну и, в принципе, вода подпиралась достаточно высоко, вплоть до, наверное, Екатеринбургского завода. То есть утолщение, так скажем, реки Сети происходило. Но о нем практически не осталось никакой информации, насколько он был мощный. Ну и планом мы, кстати, в принципе, это можем сами самостоятельно судить. А второй пруд, он имеет более плотную историю и дошел практически до наших с вами дней. Это плотина Щепетильникова. Хотя история ведется с 1740-х годов. Примерно 1760-х, да, братья Бармины ее обустроили, эту плотину, и, в принципе, разлился огромный-огромный пруд. И он нам известен был, ну, не нам, свердловчанам в большей части, он был известен как парковый пруд, потому что на его берегах расположился Центральный парк культуры и отдыха с 30-х годов. Поэтому он получил уже другое назначение. А так этот пруд изначально тот же самый рабочая лошадка, действовавшая на протяжении больше, чем 150 лет для того, чтобы двигать меха, колеса крупного частного производства. И здесь мы просто бесчисленное количество фамилий можем привести, тех, кто владел именно непосредственно вот этим производством. Это братья Бармины, Скулябин, вологодский купец, насколько я помню, это Щепетильников, это Зотов, это, в конце концов, братья Макаровы, которые здесь обосновали уже более известное производство суконное, а потом пивоваренный завод. Да, в советское время на этом месте существовал уже Свердловский пивзавод, а конкретно сейчас вот эта плотина, она в принципе, сохранилось в каком-то полуостатке, да, это район Пилка-Базова. Вот эта перемычка, вот эта плотина в этой части, это как раз мы на ней приезжаем на автомобиле по переулку Базову. И там вот остатки этой самой плотины. Сам пруд дожил, по-моему, до 2000-х годов, но в итоге был спущен.
Вот этот пруд, он, кстати, очень сильно влиял на жизнь города Екатеринбурга. Вот всем нам известен мост по улице Белинского, но до революции там моста не было. Все благодаря тому, что здесь русло было очень широкое, из-за этого пруда вода подпиралась. И только лишь в 29 году здесь соорудили большой деревянный мост. А так этот пруд очень сильно влиял на жизнь окружающей территории. Ну, благодаря чему? Благодаря, кстати, своим притокам. Вот здесь как раз на этой карте мы можем увидеть два небольших притока, которые сейчас полностью замурованы. Они текли с территории современной центрального парка культуры и отдыха. Вот с правой стороны небольшой приток, вот, с небольшим прудом. Да, там тоже какое-то небольшое производство работало, винокуренное. А вот слева, вот мы видим как раз здесь, написано «пруд бумажной фабрики». То есть на 1805 год на притоке, который назывался река Сухая, вот он, кстати, где находился непосредственно, если говорить об этом пруде, об этой речке, вот прямо где у нас находится парадный вход в Центральный парк культуры и отдыха, вот там находился в революции пруд. Бумажная фабрика, она была только в начале 19 века. Понятно, что спустя какое-то время там менялись владельцы, менялся функционал. Вот. И мы видим, что она как раз является притоком реки Сеть. Но уже в советское время при организации парка все эти речки были закопаны, пруды спущены, ничего от того не осталось. Вот это самое интересное, что даже на притоках реки Сети маленьких, это практически ручейки, создавались достаточно крупные производства. Вот как раз фотография плотины непосредственно вот этого паркового пруда. А у него там совершенно разные названия были. И Щепетильниковский пруд, и Зотовский пруд и так далее. Но это вот как раз, по-моему, корпуса пивоваренного завода. Еще одна хорошая схемка показывает еще один приток реки Мельковки, которая впадала в современную Екатеринбург и Свердловский в районе ККТ «Космос». Вот в верховьях вот этой реки Мельковки был поставлен в начале 19 века плотина, вот, и образовался Мельковский пруд. Изначально там все строилось это для бумажной фабрики, а в конце концов там оформилась сначала золотопромывальная фабрика, потом фабрика ТЭТа, фабрика Ятиса, и в итоге в советское время это была территория завода «Металлист» или завода танкового завода номер 50, завода имени Свердлова. И пруд был спущен где-то в 50-60-е годы, когда он просто превратился в такую клоаку, куда сливаются все отходы от производства оборонного завода. Но вот на фотографии, по-моему, получается где-то революционная вот эта фотография, мы видим как раз, по-моему, очень мало фотографий вот этого Мельковского пруда, это вот одна единственная. Это как раз вид с Вознесенской горки, с Вознесенской церкви в северную часть нашего города, где мы видим Мельковский пруд. Таких фотографий достаточно мало. Несколько еще небольших притоков реки Сеть в черте нашего города. Это речка Ольховка. Речка Ольховка. У ней много разных названий. В 18 веке это речка Ольховка, а нам она более известна после того, как на ее берегах поселился наш архитектор Михаил Павлович Малахов. Малаховка. Вот здесь прямо с начала 19 века мы можем с вами отметить вот этот пруд на территории квартала, который у нас известен тем, что в конце концов там расположился зоопарк. Вот. Это пруд, который там фиксируется и в советское время. Сейчас там, конечно, по-моему, ничего не осталось от этого, но он фиксируется с начала 19 века, и он существовал очень долгое-долгое время. Небольшой прудик. Еще одна схема – это речка Камышинка, которая тоже меняет несколько раз свое название. Одно из них – это речка Монастырь, потому что она текла с территории
Новотихвинского женского монастыря вдоль реки, ой, вдоль улицы Большакова. Вот здесь пруд тоже начало 19 века на территории одной из частных усадеб, которая в конце концов стала резиденцией нашего екатеринбургского епископа, екатеринбургского архиерея, поэтому нам больше он известен в конце концов как архиерейский пруд. Он происходил на территории архиерейского сада. Вот. И он существовал тоже до советского времени. Но тут пруда, у этого пруда назначение, как и предыдущего, на речке Малахова, он совершенно другое. То есть это небольшие пруды, прудики для отдыха, для создания какой-то особой атмосферы. Они были сделаны как центральное место какого-нибудь сада. То есть такое рекреационное место отдыха. Еще один приток, это уже приток реки Мельковки. Вот здесь как раз на плане 1845 года мы видим, что он тоже запружен, и даже видим такую небольшую черную метку небольшой плотинки на притоке реки Мельковки. Он в большинстве своем безымянная, эта речка, но есть парочку названий таких весьма четких к концу 19 века, но я даже не буду называть. Ни о чем не скажет. И вот на территории усадьбы Харитонова-Растрогоева в 1820-е годы придумали здесь сделать небольшую плотинку и создать вот такой пруд. Естественно, мы видим по плану, что этот пруд является таким знаком основным для этого сада. Без него практически невозможно было бы сделать этот красивый английский сад купца Харитонова. Ну и любые другие сады, они так или иначе были связаны с большой водой, то есть с рекой Сетью, либо с ее притоками. Сложно себе представить большой сад без воды вообще, в принципе. То есть без глади какого-то прудика, или хотя бы он должен находиться на берегу реки Сети. Водная гладь слева, такой синий, это Мельковский пруд, о котором мы чуть говорили чуть выше. Вот. Это тоже план 1845 года, он немножко повторяет то, что уже говорил. Это опять речка Ольховка, то есть Камышинка, и которая впоследствии стала монастыркой. И вот здесь мы видим две опять же плотинки, два пруда. Это архиерейский пруд, вот, выше, ниже по течению, и выше по течению небольшой прудик на территории Зеленой Рощи, рядом с Новотихвинским женским монастырем. Вот здесь тоже план 1845 года, и это большой водочный завод. Это бывшая бумажная фабрика на территории Центрального парка культуры отдыха современного. Вот, он переквалифицировался и является вот на одной из притоков, насколько помню, это речка Сухая, о которой я уже говорил, только это вот план 1845 года. Ну вот последнее, о чем я хотел говорить, достаточно такое коротко, да, как это мне удалось или не удалось, я не знаю. Один из последних план революционного Екатеринбурга, это вот на этом плане показана река Черемшанка. Да. Это территория современного ботанического микрорайона. И вот мы видим здесь огромное количество каких-то квадратиков. Это производственные частные площадки местных купцов, которые расположили здесь свои различные грязные производства, Сватопины, маловаренные, кожевенные заводы. Вот раньше они располагались в первой половине 19 века в основном в районе Купеческой заимки, это современная улица Чапая. Потом их оттуда выгнали, так как они сильно портили ландшафт нашего города. И к 1880 году они вот расположились в основном здесь. И что еще важно отметить, если вы помните один из рассказов Павла Петровича Бажова, который заезжал с южной стороны в наш город, ну, он замечал, что город очень сильно пах как раз из-за этого заимки с расположенными здесь различными грязными производствами. И понятно, раз они расположились вдоль реки Черемшанки, им требовалась вода с одной стороны, а с другой стороны это был качественным местом слива различных отходов из производства. И поэтому река Черемшанка была одна из самых грязных рек с точки зрения органики. Вот. Но
как раз вот это место расселения купцов, которые занимались вот, различной переработкой продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота, если так можно назвать, то как раз вот на этом месте возник потом, в конце концов, большая бойня в 20-е годы советского времени, да, уже потом мясокомбинат появился. Вот такая вот отсылка. А в конце концов, это была разграничительная линия между Уктусом и непосредственно городом Екатеринбургом, потом здесь появился аэропорт Уктуса, а уже в конце концов появился микрорайон Ботанический. И вот под ним как раз и проходит река Черемшанка. Ну вот, подводя какое-то резюме нашему сегодняшнему выступлению своему, я хочу сказать о том, что действительно река очень сильно постаралась, река Есеть, ее притоки, Мельковка, Малаховка, Кулинка, Монастырка, Черемшанка, называю эти притоки, как они назывались в конце 19 века, так у них, конечно, другие имена. И далее огромное количество крупных производств нашего города. Это Екатеринбургский завод, это Верхесецкий завод, Нижнесецкий завод, Уктусский и Верхний Уктусский. Ряду малых производств, частных, несмотря на их, скажем, малость, они также сильно влияли на ландшафт города Екатеринбурга. Вот, наверное, один из самых знаковых, это является плотина Щепетильникова и, в конце концов, разлившийся парковый пруд. Вот. Ну, помимо этого, и были небольшие на наших речках притоках небольшие пруды для отдыха, когда они протекали по территории частных усадеб. Ну, одно из самых известных остатков этого является пруд в Харитоновском парке. Понятно, что там, наверное, вода сейчас подается с помощью насоса из какого-то другого места, а так раньше он был проточный и находился на притоке речки Мельковки. Ну, в принципе, можно подводить, ставить точку. Спасибо большое за внимание. Так, отвечу на вопросы из зала. Так, о ремонте плотин. Как обращались пруда? С прудами бывали традиции чистить, например. Ну, вообще, очень много можно прочитать о ремонте непосредственно плотин, конечно же. Причем практически первый ремонт плотины требовался уже буквально лет через 20 после того, как была построена Екатеринбургская плотина. Вот. Для того, чтобы ремонтировать плотину, требовалось, конечно, спускать пруд. Это 100%. Тут никак ничего не поделаешь. Единственное, что вот, когда у нас в 60-е годы 20-го столетия производилась такая генеральная реконструкция плотины, там воду полностью не убирали, ее отводили в один из каналов, один из водяных варей в правой. Вот. И в этом месте они монтировали как раз уже бетонный каркас, создавали плотину, вводя ее реку полностью в правую варь. Вот. А так, конечно, я точно не знаю, сколько реконструкции наша плотина проходила, да, спустя 18-19 век, но это было до того, как она стала бетонной, ей требовалось достаточно большое количество ремонта, потому что в основе она была деревянной, и в тех местах, где плотина соприкасалась с водой, там требовалось достаточно часто менять деревянную оснастку. Да. Вот там у нас сооружение из лиственницы, из сосны. Все это требовалось смены. Вот. И естественно, что вода, она, конечно, просто уходила своим самотеком, да, то есть полностью сливали пруд, оставалась ниточка воды для того, чтобы полностью иметь доступ ко всем сооружениям непосредственно плотины. Насчет чистки прудов, ну, это маловероятно. Чистка прудов – это, конечно же, ситуация связана, вот, насколько мне память не изменяет, уже с советским временем, с позднесоветским временем, когда на протяжении огромного количества времени эти пруды засорились настолько, что когда там проходили землеройные машины, они
находили всю археологию революционного Екатеринбурга, советского Свердловска. Вот. Практика чистки прудов, она, конечно, уже советского времени и второй рукой. То есть, насколько помню, я вот видел фотографии чистки прудов, чистки самой русла, самой реки Сети, это, по-моему, то ли 70-е, то ли 80-е годы. А сейчас нет крупных заводов, нужны ли пруды сегодня, все ли пруды нужны, могут ли пруды стать частью природного рекреационного каркаса города. Вопрос очень классный, хороший, надо понимать, вот если мы говорим о сути Екатеринбурга, она на самом деле очень простая. У нас пытаются придумать какие-то схемы для нашего города, что же такое Екатеринбург. На самом деле все просто. Екатеринбург на протяжении первых двух столетий нашего города был таким заводским центром. Да? У нас были несколько крупных заводов, часть поменьше частных и так далее, и так далее. И вот для этих заводов, для этой заводской истории Екатеринбурга река Сеть, ее притоки являлись такой стержневой темой. Вот. Екатеринбург представить себе без реки Сети невозможно. Тем самым мы украдем суть нашего города безвозвратно. У нас уже было уничтожено так, самое главное сооружение на реке Сети. Это Кремль его, да, это бывший цеха Екатеринбургского монетного двора, заделательного завода и так далее. Вот. Мы не должны потерять последнее, что историческое есть в нашем городе. Это река Сеть с системой прудов, которая отсылает нас самым первым точкам истории города Екатеринбурга. Вот. Это, и я говорю не только о Екатеринбургском пруде. Вот если что-то мы должны, что-то есть от основания нашего города, то это, конечно же, Екатеринбургский пруд, заводской пруд, как его называли, городской пруд, как его сейчас называют. Вот в своих очертаниях он отсылает нас точно такому же пруду, только 18 века. Вот единственное, что можно оттуда откопать. У нас памятников архитектурных 18 века нету, они сильно перестроены, либо вообще никакого отношения к 18 веку не имеют. Поэтому это городской пруд, заводской пруд, это наша история. Конечно же, очень хотелось, чтобы он сохранился. А вот в каком качестве, это уже вот более серьезный вопрос. На самом деле ответ тоже на поверхности, потому что о том, как используется у нас с вами гладь городского пруда, не только в нашем городе, но и в ряде других городов, мы видим, что это некая зона отдыха, это некая историческая зона, где есть ватерфронты, архитектурные ватерфронты центра города. Вот. Поэтому, безусловно, у нас есть совершенно три прекраснейших места на территории нашего города. Это Заводской пруд, Верхсетский и Нижнесетский. Они вот создают некий каскад зоны, где можно свободно дышать, так скажем, если нет много гранита и камней вокруг. Действительно, это создает в жаркие дни достаточно комфортную среду для проживания. Ну и на самом деле, если готовить какие-то там проекты переоборудования, то надо понимать, что это не просто зона отдыха, а это сердце нашего города, кровеносная его система, которая очень много трудилась, ей надо немножко отдохнуть. И чтобы она помогала нашим людям, екатеринбуржцам тоже отдыхать. Вот. И я, в принципе, читал схему по разработке тоже рекреационной зоны отдыха Чкаловского района. И там в свое время разрабатывалась схема из трех прудов. Елизаветинский, Патрушихинский, и хотели восстанавливать пруд бывшего Крутского завода. На самом деле, один из них прудов они все-таки запустили. Это Патрушихинский пруд, это плотина 1979 года. Вот. А Крутский пруд с парком историческим они так и не сделали. Вот. И так получается, что здесь такая связка у нас происходит, очень хорошая. То есть в водной глади городских прудов дают людям отдых. Это раз, а во-вторых, в них исторический смысл существования нашего города, поэтому можно было бы эти темы объединить, создавая некие формы
историко-развлекательных парков на их берегах. Я думаю, что это было бы отличным решением двух сразу же запрос горожан к нашему городу. По поводу наводнения, да, то есть действительно плотины городского в черте города Екатеринбурга, они, конечно же, в свое время, в 18 веке, 19 веке, подвергались в определенные моменты возможности подтопления или разрушения. Но сейчас, я думаю, маловероятно, и сеть не та стала, не такая полноводная. И, в принципе, очень хорошо регулируется у нас водная гладь, у нас целая система плотин. Это и на Исетском озере, в самом верховье у нас плотина стоит, и Верхесецкая плотина, и так далее, и так далее. То есть, считаю, это такой, наверное, не самой важной темой о том, что нас может как-то разметать наши плотины. Вряд ли это возможно в современности. Все-таки бетон, он не позволит этому сделать. Из чего сделаны наши плотины на сегодняшний день. Спасибо.